Всем привет от меня и моей правой руки. Собственно, вчера нас задержали у Большого театра, потом привезли в ОВД «Арбат», вот, где мою бедную, только что освобожденную от гипса сломанную руку скрутили полицейские, вот, то есть двое супербольших мусоров меня держали, а третий просто вытаскивал мобильник у меня из кармана. Это, конечно, адски плохо, потому что сейчас телефон в руках оппозиционера воспринимается просто граната или ствол, вот, то есть как реальное оружие. Вот мой телефон не исключение, мои руки. Ну да, то есть что, вопрос, наверное, был по поводу СК. Да, Сегодня были в СК допрошены как свидетели в рамках уголовного дела по статье 318. Вот. По уголовке больше вам сказать пока ничего не могу. А по факту того, что сделали, собственно, мусора в УВД «Арбат», мы будем писать жалобу.